Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как выбрать ламинат. Прежде чем начать выбирать, необходимо понять условия, в которых будет укладываться пол. Наиболее важные параметры – это нагрузка на пол, уровень влажности в помещении, уровень проходимости помещения и наличие системы теплой полы. Помните, что лучший ламинат – это тот, который подходит под данные условия эксплуатации. Именно поэтому перечисленные выше параметры необходимо соотносить с характеристиками самого материала, о которых мы поговорим в дальнейшем. Одним из главных параметров ламината является класс его износостойкости. Он показывает степень устойчивости к истираниям и повреждениям. Ламинат 31 класса подойдет для помещений, где проходимость невелика и редко придется передвигать мебель и другие тяжелые предметы. Например, это могут быть спальни, детские комнаты и кабинеты. Ламинат 32 класса выдерживает средние нагрузки и укладывается в коридорах, кухнях, офисах с небольшой проходимостью, учебных аудиториях и других подобных общественных заведениях. Ламинат 33 класса в частных домах, как правило, используется на кухнях или в прихожих. Но все-таки основное его предназначение – это коммерческое использование, например, в кафе или магазинах. Выделяют также 34 класс ламината. Он является наиболее износостойким и выносливым покрытием. Идеально подходит для коммерческих и административных объектов с очень высокой проходимостью. Например, это может быть аэропорт или вход в офисное здание. Стоит учитывать, что от выбора класса ламината напрямую будет зависеть долговечность покрытия и стоимость ремонта в целом.